И снова здравствуйте. Сегодня будем готовить кесадилью. Это вкусно и очень быстро. Для ее приготовления я использую лепешки тортильи у меня сегодня со злаками. Можно взять, конечно, любые. Зелень, сыр, ветчина и томатный соус. Можно взять кетчуп или любой соус по желанию. Готовить я буду в электрогриле. Включу его сразу. Порезала я петрушку, укроп, также ветчину и натерла на терке сыр. Намажу лепешку соусом с одной стороны. И сверху щедро присыплю сыром. Сыра здесь жалеть не нужно. Сверху сыра порезанная ветчина. У меня эта ветчина сегодня индейки. Хотя можно взять любую ветчину по желанию. Можно также взять куриное филе, тоже будет хорошо. Сверху я посыпаю зеленью и снова сыр. Остается свернуть конвертиком. Вот так. Доделаем вторую лепешку. Я их делаю параллельно, так быстрее. Ветчина, зелень, сверху сыр. И сворачиваем. Остается разместить лепешки на гриле. Также можно это делать на сковороде на сухой. Готовятся лепешки эти быстро. Я поставлю таймер буквально на 6 минут. Этого будет вполне достаточно. Ждем приготовления. Лепешки получаются очень ароматными и хрустящими. Это вкусно. Я советую вам попробовать. Вот такие они. Разрежем и посмотрим, что же там внутри. А внутри все готово. Можно кушать. Это очень вкусно к чаю или кофе. А я сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. До новой встречи. Пока.